Это не похоже на современный технологический мир, который ожидаешь здесь увидеть. Вокруг нет никаких технических новинок. Эта комната скорее похожа на гончарную мастерскую. Но благодаря геометрическому анализу, широко применяющемуся в горном промысле в России, вот из этого камня можно получить микроскопические, но ценные крупицы золота. А без этого метода камень просто выбросили бы. Золотой Восток – огромная территория, почти в два раза больше Австралии. Здесь находится более 11% мирового запаса золота. Но большинство шахт были давно заброшены. Теперь работу там пытаются возобновить. Директор НИИ геологии, геофизики и минерального сырья рассказал нам, как это происходит. Во-первых, у нас есть ряд предприятий, которые будут производить это оборудование. В том числе наше предприятие, институт «Иркутск геофизика». Второе, максимально полно знаем возможности Иркутской области. В свое время были проведены работы, мы знаем, где какие отвалы лежат, сколько их лежит. Поэтому мы, как институт все-таки профильный, геологический, мы знаем, куда в первую очередь их применить. Таким образом, Иркутск переживает новую волну золотой лихорадки, и это окажет положительное влияние не только на шахты. 10 лет назад ушли с месторождения, отработали, взяли там тонну, две, три взяли, ушли, да? Люди там не работают, поселок находится в плачевном состоянии. И накоплено огромное количество отвалов. Если с нашей помощью начнется там отработка вот этих вот отвалов старых, конечно, вернутся люди, школы заработают, детские садики там, и люди начнут еще как минимум 10-15 лет будут там работать. Конечно, это крайне важно. В 2012 году в Иркутской области был найден кусок золота в форме сердца. После этого и местные, и иностранные инвесторы попытались получить доступ к этой золотой жиле. Но многим из них остается лишь с завистью смотреть в сторону Иркутска. Табан Мацей из Иркутска в поисках золота специально для РТ.